Всем привет, с вами Крутой Чел 2.0. И сегодня у нас будет обзор на постройку из бумаги. Это поезд метро Балтиец. Вот он. Все вагоны обзор делать не буду, только на головной, а весь состав я покажу в конце видео. Ну, давайте приступать к обзору. Тут показана вывеска табло станции Девяткина, до которой идет. Это, видать, номер поезда 100. Нет, или маршрут. Кто шарящий, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Рех, пожалуйста. Вот ТЧ-1, это депо авто, для тех, кто не в курсе. Логотип метро Санкт-Петербурга. Ну и вот бортовой номер. Фокусируйся давай. Спасибо. 25001. Вот так он спереди выглядит. Сбоку мы видим короткую надпись «Балтиец». Дверь машиниста, герб Санкт-Петербурга. Вот эти двери, как у поезда Москва-2020. Кстати, эти двери взяты от электропоезда Иволга. Дальше окно. Ну и так далее. Сзади мы видим дверь для прохода в следующий вагон, как в реальной жизни. Сбоку то же самое, как и с той стороны, ничего особого. Ну и, в принципе, все. Все. Вот он весь из поезда Балтиец. У этого, правда, немного помяло все, потому что это как-никак бумага. И в некоторых местах он краска повылезала, ё-моё. Ну ничего, это поправимо, можно подкрасить. Но что касается вагонов, они все одинаковые, только отличаются со своей, вот так скажем, передней частью и задней. Как-то так. Спасибо за просмотр.